Я вообще-то оптимист. Я понимаю, что кому-то это может показаться не от большого ума. Я понимаю, что есть такая притча, что оптимист в России тот, кто на кладбище видит не кресты, а плюсы, но улыбнемся. Но уникальность российского оптимизма – это готовность ко всему, даже к хорошему. Вот я, как ни странно, готов к хорошему, и коль скоро в моих жилах течет родная речь, и я помню слова Тургенева о русском языке, я все-таки думаю, что с Россией будет все не так мрачно, как представляется даже сегодня.